провести вид туризма, изучение маршрутов и расширение собственного кругозора. Именно за этим отправились на Салиндей работники туристического культурного центра. Весь путь занял 2 дня. Эколого-краеведческая экспедиция, как сами назвали ее участники, оправдала свое название. Кстати, ее маршрут прошел по тракторной дороге, оставленной геолого-разведчиками. Поэтому ягельный покров тундры не пострадал, уверяют участники. Местность в районе озера Салиндей оказалась сильно загрязнена. Собственными силами работники туристического центра убрали территорию, но в планах организовать там более масштабную уборку. В будущем, в сентябре, мы планируем туда забросить экодесант, чтобы там прибрались. Потому что места красивые, места интересные, есть что посмотреть. Земли, прилегающие к озеру, находятся в аренде СПК «Харп», поэтому в сентябре участники экспедиции планируют провести встречу с руководством, чтобы обсудить возможность организации туда туристических экспедиций для местных жителей и гостей округа.